Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть в зомби-катчерс «Охотники на зомби». Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. В общем, ребята, как я вам и обещал, сегодня будет серия, и завтра будет серия, и послезавтра 100% будет серия. Почему? Да потому что мы уже как бы открыли нового зомби, поэтому, ребята, блин, это будет супер. А завтра будет босс. Завтра будет зомби-босс на пляже. Блин, это вообще, это так круто. Итак, напугай зомби. Оказывается, если ты зеленый и метр с кепкой, зомби тебя поен метр с кепкой. Ну ладно, я как бы зелел, тоже позеленел. Все, принимаю вызов. Это, по-моему, это самый легкий вызов, ребята. В общем, смотри, что мы должны здесь сделать, братишка. Продать товары. И нам надо купить 15 косарей Yellow Snow Tear. Это прикольно, друзья. Желтый... Что? Погоди, стоп, что? Желтый снег чай, что? Фу, блин. Я помню метро 2033, там Бурбон, такой человечек, говорил, никогда не ешь желтый снег. Братишки, надеюсь, вы никогда не едите желтый снег. Yellow Snow Tear. Блин, ну хотя он зеленый, блин, yellow, желтый как бы. Окей, все, проехали, чуваки, я что-то не понял немножечко. Всем теперь приятного просмотра, приятного аппетита, все, я не буду такие шутки шутить, это как-то не очень. В общем, смотри, у меня целых 3 дрона здесь, но это так и надо, потому что пока что... как ты видишь, нужны именно... А, единственное, смотри-ка, погоди, мой друг. Погоди-ка. Вот здесь вот нужно еще зомбаков. Угу, понял. Все понял. Так, зимняя шапка. Все отлично, Чуваки, начинаем наш заход. И, блин, посмотри, как это круто, то, что зимняя карта прямо... Волки воют. Ну, это не очень, конечно, приятно. Короче... Так. Ага, все, окей. Атмосферно, как атмосферно, потому что уже скоро тоже, сам понимаешь, блин, будет Новый год. Уже что-то сентябрь как бы не за горами, а там уже и декабрь. Так что, пацаны, блин, год только, я как будто вот только начался, лето только началось, и тут бац такой. Короче, давайте, ребята, зомби валить. Есть! Первый напуган. Но это будет вообще легко, ребята. О, вот, новый зомби. Фига себе, он снежком бросил в меня, представляешь? Хм. Да, это мне не очень нравится на самом деле. То есть в них надо молниеносно стрелять, потому что они снежком... Ух, как могут... И послушай, как снежочек, слушай. Офигеть, как он хрустит, ребята, блин. Я, прикинь, уже хочу зиму. Офигеть. Так. Вау, Санта-зомби, он принес нам подарки. Да, друзья, немного. Так, окей, зомби пойман, ребят. Так, давай мы с тобой сейчас в кафешечку быстренько рванем и начнем сейчас... О, видишь, всего двое тут. Блин, а нам нужно приличное количество денег-то, смотри-ка. Все-таки нужно сейчас побольше наших зомбарей. Ну-ка давайте, ребят, нужны деньги, нужны срочно деньги, поэтому давайте, выдавайте нам. Вот сюда вот 50 минут 2000 можно вон тоже сделать. Идем дальше ловить, ребята. И смотри, самое что не очень, это, конечно, что... Чайный зомби. Расположен снег на вкус, как желтый снег. Не, ну, спасибо. Это ужасно. Это просто ужасно, ребята. Блин, как хрустит снежочек. Мне прям прикалывает. Короче... Так, давай как-то потихонечку так, раз. Ну, блин, он должен вылезти. Фух. То есть, видишь, надо сразу же, просто сразу же их.
засранец, ты прикинь? Не, ну слушай, вот это мне не понравилось. То есть надо смотреть сразу же. Если вдруг бронированные такие зомби, сразу, ну, сетимет у меня есть. У меня до сих пор 4, прикинь, у меня до сих пор 4 этих штучки. Почему, ты спросишь? Да потому что было испытание. Спокойно. Спокойно, дядька. Все, и тут последний. Да, надо гарпун улучшать, ребята, чтоб он мог... Ты чё, блин, офигел? Да они совсем, что ли, офигели? Вы куда все? Засранцы, просто вы засранцы. Так, не, давай все-таки в кафешечку сейчас еще сходим. 9000, ну то есть, видишь, потихонечку у нас тут идут дела. Это хорошо, 6 секунд. Вот как раз мы тут еще продадим. Давай, денежки нам нужны, чтобы мы сегодня смогли заработать. Один. Нам нужно именно 15 тысяч. Самое проблематичное, смотри, браток. Вот один ищет 10 минут, второй тоже будет 10 минут, и только тогда третий начнет искать. Понимаешь, вот в чем проблема? Мне это вообще не нравится. Прям, ох, как не нравится. Так, давай сюда вот. Угу. Вот как же просто... Вот что, я его поймал? Не, я не поймал. У меня почему-то монетка. Он попал, видимо, монетка у нас. Тут будет уже намного сложнее. Так, ну... Ох, не бронированный хотя бы. А, Б, С. Хорошо. Угу. Зомби пойманы. Так, отправляемся мы с тобой в кафешечку. Так, и у нас 10 тысяч. Сейчас мы, друзья, немножечко подождем. Давай-ка. Все, у меня закончились, кстати, эти зомбаки. Сейчас я посмотрю рекламу, и мы с тобой продолжим. Ну что, пацаны, мы с вами продолжаем, и давайте смотреть. В общем, пока-то у нас продаются товары. Да именно зомби, блин, выжимаем зомби, пипец. Я вот до сих пор не могу поверить, блин. Нет, чтобы реально кого-то там наловить, там лобстеров, раков. Нет, они из зомби делают как-то лобстеров. Я не представляю, как это вообще. В общем, так, мы идем с тобой дальше. Сейчас мы наловим, и дроидов хоть несколько надо отправить на другие локации. Хоть несколько, говорю, а несколько и получится, блин. У меня не 4, не 5, блин, не 6. Волк, волчара, стоять! Блин, иногда как скажу что-нибудь, какую-нибудь фигню, билиберду, да, пацаны? Вот как нужно делать, ребятки. Вот это правильно, потому что снеговик, прикинь? Стоямба, мой друг. Так, сеть. Стоит ли здесь сеть устанавливать? Да, стоило. Не сеть, а капкан. Ребят, если что, я записываю в час ночи. Поэтому я уже весь такой, я могу всякую фигню не говорить, ребята, всякую фигню нести, поэтому извините. Сеть надо тут поставить, как знаешь, этот... Сказка о золотой рыбке, блин. Установил он сеть, блин. Как браконьер какой-то дед. Капкан, конечно, ребята. Так, зомби пойманы впервые, но мы сеть применили. Так, что у нас по деньгам? 13 косарей. Блин, вот, ну, что ж такое-то? Так, четверо, как раз хорошо. У меня уже зомби, на самом деле, заканчиваются. Ты можешь это заметить. Пацаны, у меня зомби уже нет. Ты прикинь? Что ж это вообще происходит-то такое? Стой. Надо было отправить. Ну ладно, сейчас. Так, тут пятеро зомбаков. Ну, нормально, мамонт тут у нас. Смотрим, кто тут у нас.
Если что, я наготове. Но вот правильно ли я делаю? Да опять же неправильно, не опять же неправильно. Потому что, ну, кто сетью ловит одного? Ну, это же фейспаум, пацаны, фейспаум. Вот, ну вот как мне... Так, смотри, как мы с тобой сделаем. Мы его напугаем. Угу. Вот здесь мы устанавливаем ловушку. Я думаю, не добежит. Ага, вот это я молодец, конечно. Вот это я, пацаны, молодец. Вот, вот так вот правильно делать капканы. Знаешь, что мы с тобой сделаем? Самое важное. Их, конечно, стоит прокачать в следующей серии. То есть дофига там зомби. Ага. А вот тут сеть очень бы была необходима. Только единственное, погоди. Убираем и вот сюда вот, чуть поближе. Просто они прыгать будут. Вот так вот мы с тобой сделаем. Засранцы, а какие? Ну ты засранец еще тот, я тебе хочу сказать. Все, все, хорошо, хорошо, мы это сделали, мы это сделали. Точнее, даже сейчас час 30 минут, поэтому, ребята... Так, 15... Ох, отлично, отлично. Покупай, покупай, дядя, покупай этот чай. Yellow Snow Tea. На Билайн, да, какой-то напоминает. Но в плане вот эта вот повязка черно-желтая. Фу, какая гадость, а ты добавил сюда воды. Ну да, я собрал немного желтого снега. Блин, ну вы, дядьки, вообще даете. Если честно, вы просто ненормальные. Я вам скажу, вы просто ненормальные, офигеть. Так. Давай смотреть. Угу. А, пусть на пляжу. То он, видишь, так другие не ищут. Так, идем дальше, ребята. Немного половим. Еще. Подождем, конечно, там еще. Так. Давай смотреть. О, вот какая у нас тут. Ну ты жопа вонючая, я отвечаю, блин. Угу. Угу. Засранец уже обрадовался. Вот в чем проблема-то. Он уже обрадовался. Как мне зима. Просто бесит, чуваки. Как она меня просто бесит, смотри. Смотри, что он творит. Фух. Так, идем дальше. Смотрим, кто тут у нас. Нет, 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 нет. Сегодня вы, засранцы, так просто не убежите от меня. Вы поняли? Все, мы, кстати, напугали достаточное количество. Все. Ну, слушай, я могу похвастаться, ребята, тем, что все-таки мы сегодня даже вон сколько много наловили. Отлично. Хорошо. Кафешка, кафешка. Так, продаем, 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 продаем. Угу. Так, стоп, 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 стоп. Сколько там будет? Ну, всего минуту, это нормально. Это хорошо, ребята. А вот это мне интересно, что же нам здесь выпадет? Давай, получаем награду. Сейчас посмотрим, что же у нас тут будет. Болт. Второй болт. Три болта, точнее. Ну, кстати, между прочим... Между прочим, это неплохо, ребят. По факту. Мы сегодня обязательно новый уровень сейчас получим. Сейчас быстренько все сделается. Так, ну что ж, друзья, в общем, мы продолжаем. Давайте смотреть. А, все, вот это последняя партия. Окей. Может, тогда сходим? Да, давай сходим, между прочим, немного половим. Почему бы и нет? Подлагивание, мои любимые подлагивания, точно. Так, ого, нифига себе.
Нифига себе, тут можно словить-то на самом деле зомбаков. Прикинь, если тут четверо было бы. Ну, как бы в рядочек. Тут и так как бы нормально их. Так, ну, в принципе, мы можем вот так вот сделать. Ой-ой-ой-ой-ой, смотри, кто у нас тут. Оп, отлично. Так, смотрим, кто есть. Угу. Замечательно. В принципе, они все равно полегче будут, чем на зимней локации. Но вот эти вот банановые зомби, конечно, меня напрягают все равно. Они могут так сделать, хитрить. И мне это очень-очень бесит. Продолжаем. Нет, мы в кафе, друзья, и новый уровень, друзья, улучшение. Ух, новая экипировка, вот это уже круто. 10 косарей, пушка. Тёслы? Кто говорит тёсла? Тесла. Пушка Тесла. Тёслы, блин, ну... Короче, ладно, надо её купить будет обязательно. Продать что-нибудь 800, в общем, ребята, я... Понятное дело, что... Так, надо пофармить. Надо будет обязательно, конечно, пофармить. 10 косарей это все стоит, видишь. Надо... Давай-ка наловим мы сейчас. В следующем выпуске обязательно будет босс. Это 100%. Ух, там четверо, блин, ребята. Это супер. Так, это хорошо. Вот видишь, как они... Блин, это бесит. Только вот одна проблема. Как же мы сеть за... Или сможем? Погоди. Ой, блин. Ну ладно, окей. Все, ты-то не удирай хотя бы. Блин, это было забавно, ребят. Все, продолжаем охоту и давай еще сходим. Вот. А, нифига себе, тут, блин, вон сколько еще ходить. Ну, это хорошо. Давай, чем больше, тем лучше. Так, ты особо не убегай, давай. Не убегай, давай. Так, вижу уже проблемку. Четко, здорово. Сейчас бы я, конечно же, гарпуном, блин, капец бы маялся и упустил бы, естественно, наших двух засранчиков. Так что хорошо, все хорошо, ребята. Ну и последний. Есть. Все хорошо, ребят. Мы это сделали, и мне это очень-очень нравится. Так, зомби пойманы. Все, ну мы еще, конечно же, сходим, я думаю, еще разик. Почему бы и нет, чтобы серия хотя бы получилась более такая... Ой-ой-ой, тихо, тут надо как-то аккуратно, да? Повезло. Угу. Все, потому что если бы они сбежали, было бы... Так, ну все, другого оружия у меня нет. Да куда ты, блин, ну-ка! Вот засранец, блин, сбежал. Блин, офигеть, кто ж напридумывал столько вот дырок-то? О, дядь. Сегодня явно не мой день. Честно скажу, хотя как не мой день, ребят. Между прочим, мы до этого сколько ловили, да, зомби. Так что под конец просто выдохся, ребят. Честно говорю, уже, блин, 1:47. Пора мне спать, ребят, на самом деле. Ребят, пожалуйста, поставьте лайкосик. Тружусь для вас. Побольше как раз делаю видосиков, поэтому не оставайтесь равнодушными. Ставьте лайкосик. Если вы здесь впервые, подписывайтесь на канал. На этом все. О, давай быстренько вот так вот. Немного денег было. Бай-бай, дорогие.